Всем привет! Вы попали на канал Hard Reset Info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как экспортировать проект из приложения PhotoRoom. Итак, открываем приложение PhotoRoom, выбираем нужный нам шаблон, пускай это будет история Инстаграма, вставляем нужные нам файлы, либо же шаблоны, я вставлю рамку. Это будет такая рамка, поменяю ее цвет. Также вы можете ее высветлить, изменить контуры вырезки, добавить к ней тень. Вставим какую-либо фотографию. Пускай это будет такая сова. PhotoRoom автоматически вырезает фон. Подставляем ее по центру. После чего вы можете добавить какой-либо текст и выбрать его тип. Нажимаем «Готово». Переносим текст. Также здесь вы можете изменить его размер, откорректировать, либо же заблокировать. Нажимаете «Готово». После того, как вы закончили ваш проект, нажимаете кнопку «Экспорт» и сохраняете в галерею. Либо же с помощью кнопки «Поделиться» вы можете скопировать ссылку и выслать ее своему другу. Нажимаете «Готово». После чего готовый шаблон появится в вашем профиле. На этом все. Спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи!